На одном из избирательных участков на Посмитного 2А в санатории Молдова проголосовал народный депутат Украины Сергей Кивалов. Парламентарий призвал всех граждан проявить активную гражданскую позицию, ведь именно их голос может стать решающим. Я всех призываю проголосовать, потому что это связано с нашим будущим, это связано с нашими детьми, это связано со стабильностью, это связано с миром в нашей стране. По последним данным, на участке, который расположен в санатории Молдова, проголосовало уже более 50% избирателей. Есть такое хорошее очень выражение, что плохих политиков избирают хорошие люди, которые не приходят голосовать. Вот вы знаете, вот в этом одном предложении сказано очень многое. Нужно быть активным, нужно прийти на выборы. Кто сегодня еще не успел, я призываю всех оставить все дела и прийти проголосовать. Как проголосовать? Сердце подскажет, совесть подскажет, за кого нужно голосовать. Но самое главное, что они должны прийти и проголосовать. И я очень надеюсь, что Приморский район даст хороший результат, хотя бы процентов 70 явка должна быть.